Пассажирский самолет «Бройлер 420» терпит крушение над водами Атлантического океана. Экипаж всеми силами пытается предотвратить катастрофу. Действующие лица. Неунывающий командор. Находчивый второй пилот Дринкинс. Обаятельный радист Морзе. Несравненная мисс Мурпл в роли мисс Гурпл. Дринкинс, вы замечали, что этот самолет похож на вашу мать? Нет, сэр, почему? Потому что, когда я у штурвала, ее хвост дымится. Можно войти, сэр? Дринкинс, я забыл, как зовут нашу стюардессу. Это наш радист Морзе, сэр. У нас уже 69 серий нет стюардессы. Вы что, перематываете заставку? Ладно вам, Дринкинс, просто захотелось добавить щепотку харассмента. Что случилось, крошка? Сэр, у нас проблемы в салоне. Мисс Бурпл не может натянуть спасательный жилет. Это не ко мне. Я сегодня утром уже натягивал мисс Бурпл. Кстати, Морзе, вы знаете, что общего у мисс Бурпл и мамы Дринкинса? Сколько нам еще осталось падать, Дринкинс? 666 серий, сэр. Отлично. Значит, я еще успею поиграть в Last Day on Earth. Что это, сэр? Эх, Дринкинс, стыдно не знать. Это мобильная игра про зомби-апокалипсис, в которой ты можешь оборонять свою базу от зомби, крафтить оружие, собирать байки и вездеходы. Это интересно, сэр. Еще бы. С каждым обновлением в игре появляются новые персонажи и задания, а также опасные и интересные локации для исследований и приключений. О, она еще и бесплатная. Сэр?